«Лада» теперь в Гродно. Новый дилерский центр «Лада» открыл двери в Гродно. Расположен концептуальный автосалон при въезде в город по адресу Белуша, 61. Современный и уютный автоцентр полностью соответствует мировым стандартам и призван дать клиентам новый уровень обслуживания на стадии выбора, покупки и сервисной диагностики. В наличии имеется 5 подъемников, пост компьютерной диагностики, тормозной стенд, 3D-стенд регулировки развала и схождения колес автомобиля. Также шоурум, который вмещает до 10 автомобилей. Для клиентов зона ожидания, детская зона, отдел продажи аксессуаров и запчастей. В дополнение к этому предусмотрена возможность видеонаблюдения за ремонтом своего авто, бесплатный Wi-Fi и вместительная парковка. Новый автоцентр «Лада» в Гродно полностью соответствует современным стандартам производителя и предоставляет полный комплекс услуг от продажи автомобиля до сервисного обслуживания и даже приема его в зачет с счет стоимости нового. Новый дилерский центр предлагает весь модельный ряд автомобилей, включая самые свежие новинки, а также кредит, лизинг, страхование и прием прежнего автомобиля клиента в зачет новой «Лада». Компания «Ардера» активно развивает свою дилерскую сеть. В связи с этим будет в дальнейшем проходить открытие всех областных центрах в крупных городах районного типа, и людям будет дана возможность обслуживаться непосредственно у себя в родном городе. Звоните, записывайтесь на пробную поездку «Лада» и приходите в новый автосалон «Лада» в Гродно по адресу Белуша, 61.